Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я хочу показать вам обзор небольшой покупочки, которую я сделала вот на этом вот сайте. Декорик бай. Декорики даже бай. Вот. Ну, ссылочку обязательно оставлю в конце, вернее в описании. Очень такой, это в Белоруссии, как вы уже поняли. Очень мне понравился этот магазинчик. И решила попробовать сделать небольшой совсем заказик. Но тут я немножко покажу вам этот. Так. Значит, что у них здесь есть? Ленты различного рода, пряжи. Различные аксессуары для волос, фатин, флористика, фетр, бархатные ленты, также здесь имеются бусины, полубусины, различные ягодки, кабошоны, стразы, патчи, заготовки. То есть, ну, как бы достаточно много чего они тут могут предложить вам. Поэтому, вот смотрите, здесь у них вот по разделам все. Можно выбрать. Вот, поэтому достаточно как бы и выбор здесь хороший, например, взять кабошончики, вот и акрилы, и декорики различные, стразы, металлические. И как бы я бы сказала, для Беларуси цены, ну, более-менее. Понятно, что в Беларуси, кто вот меня сейчас смотрит, если из Беларуси, то знают, что цены, конечно, у нас в Беларуси круче некуда, но тем не менее. Делала я заказ в понедельник, пришел он ко мне в пятницу, я не знаю почему как бы так долго шел, но в принципе мне понравилось их обслуживание. Так что заходите на этот сайт и делайте заказ. Ну а теперь приступим к просмотру моего небольшого заказика. Так, ну вот мой небольшой заказик. Очень мне было приятно, что несмотря на то, что я так мало заказала, мне сделали такой вот подарок. Такую вот ленточку репсовую, двух видов. Беленькую такую, интересную. Затем такие заколочки автомат небольшие. И такие интересные штучки. Я, правда, еще не знаю, куда их применить. Ну, я думаю, что найдется им применение. Такие листочки. Куда-нибудь, может, на повязочку детскую. Ну, не знаю, посмотрим. Так. Такие вот тычинки, обычные, белые, вытянуты немножко, такие они слегка перламутровые, желтенькие, красные, они такие мелкие совсем. И взяла попробовать такие вот со стеклярусом. Мне вообще очень понравился стеклярус. Именно вот тычинки со стеклярусом, он как-то очень красиво смотрится. Так, такие вот обычно бесшовные резинки. Я, правда, думала, что они будут немножко больше. Ну, ничего, эти тоже классно держатся. Так, я уже не буду с пакета доставать. Это основы для брошки. У меня сделали заказ. Я буду делать значки на выпускной в детский сад. Обязательно вам покажу, обязательно сделаем эти значки с вами. Так, ну, взяла репсовую ленточку 2,5 сантиметра оранжевого цвета. Конечно, ну, на камеру не передает четкий цвет, он более яркий, более насыщенный, красивая ленточка. Так, взяла я бусинки 0,6 миллиметров.
4 миллиметра. Будем делать с вами серединки из таких вот бусинок маленьких. Так, и 0,8 миллиметров. Ну и немножечко взяла серединочек, обычные самые. Сейчас я их достану и покажу вам. Такие вот сердечки. Они небольшие, не по 1 сантиметру, даже где-то 1,1. Ну, в общем, маленькие. Такие симпатичные. Такие переливающиеся. Очень красиво переливается, видите? Вот этот интересный такой. И еще такая вот интересная серединка. Я думаю, что можно будет добавить сюда 2,5 сантиметра, видите? Можно будет добавить сюда и бусины, и какую-то стразовую цепочку, и сделать такую шикарную серединку из нее. Тоже как-нибудь отдельное видео снимем. Ну вот, в принципе, такой вот заказик. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я желаю вам всего самого доброго. Всем пока-пока!